Всем привет, друзья! Сегодня готовлю легкое и нежное клубничное мороженое. Присоединяйтесь. 150 грамм клубники тщательно промываю, перебиваю блендером в однородную массу. Для того, чтобы избавиться от косточек, перетираю через мелкое сито. Отставляю клубничное пюре пока в сторону. В отдельную миску отправляю 330 мл густого йогурта без наполнителей. Добавляю 150 мл сгущенки. Взбиваю миксером 1 минуту. Теперь добавляю клубничное пюре. Взбиваю миксером еще 1 минуту. Раскладываю полученную массу по одноразовым формочкам. Накрываю крышечками. Оставшуюся массу замораживаю в отдельном судочке. Отправляю в холодильник на ночь. Для того, чтобы извлечь мороженое из формочек, окунаю их в горячую воду. Мороженое получается легкое, нежное, с небольшой кислинкой. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.